Всем привет, ребят, еще раз. Ну что, забрал я некоторые паки и решил сейчас попробовать дальше. Повыбивать нового героя, который уже доступен, скажем так. Так, сейчас, секунду, и мы приступим. Всем привет, ребят. Еще один привет, ребят. Так, окей. Заходим, заходим, заходим. Побежали. Герой новый танк, по сути. Жизни у него многовато, скажем так. Даже дофигища. Интересно, какой он там дальник, не дальник. Его можно получить бездонатным способом. Анубис. Паладин Кенди. Заклинательница. Надеюсь, мы на него не сольем кучу самов. Он у нас окажется опять говнецом. Ну, что-то так себе падает. Душман. Он похож, знаете, на кого-то джина. Дерево. Друид. Что-то где-то близко к этой теме все. Инди. Тыковка, командора, перцеедка, рандомчик, давай уже эту имбуну. О, хоть не надо будет, мне все-таки надо будет на английском все равно донить. Череп, череп неплохо. Давно я уже не ролил. Battle Pass забирать. Да и здесь надо будет его забрать тоже. Ну давай. Нифига не падает, видите? Чаль. Трифит. У меня такое чувство, я соберу зефирку сегодня здесь, пока его выбью. Трифит, еще один. Но герои, в принципе, неплохо падают. Там даже акция сегодня есть. Череп начал падать. Махатма, неплохо. Но у нас только здесь зефирки нету. С прошлой обновы. Бугимен. Бигфут. Опять трифит, да сколько можно? $60 и плюс там у нас было, считайте, $75 мы слили в никуда. И мы его не получили. Ну, поехали дальше, будем пробовать выбить. Сейчас позабираю паки нормальные. Так, чтобы сразу получить зефирку. И не париться. Такс, поехали. Это будет соточка у нас уже. По сути, он бездонатный. Можно будет и на английском заснять обзорчик, но я надеюсь, мы его вытащим сегодня. Но мы обычно это делаем.
Так, рандомчик. Пора. Где моя имба? Как он там хоть называется, хоть знать. Видите, пока, к сожалению, нету ничего. Очень хреновенько падает он, походу. Значит, он имба. Гаргул. Седнушка. То чувство, когда забросил донит себе. Ебой! Вот так вот, ребятушки. Ставим лойсики. Просто изи. Батька ролит. Ну чё, новая имба у нас есть. Поехали. Посмотрим, что это за имбуша. Так, давайте заберем плюхи, пробежимся. Что тут у меня? Нехватка места. Да ладно. Чё, издеваетесь? Ну, как-то нормально. Вот это так мне нравится. То есть, не особо мы затратились. Ну, относительно не особо. Такс. Давайте. Что там? Вы, наверное, сейчас в этот момент, когда я его уже выбил, смотрите обзорчик. Так. Отлично. Ну, смотрите. А я уже выбил нового героя. Плюс 20 зефирки. Отлично. Отлично, отлично. Чик, плюс 11. Ну, такое. Итого здесь у меня. Такс. Блин, сегодня еще и битва гильдий, да? Вроде да. Как думаете, словим зефирку? А вы уже хотите посмотреть на нового героя? Я тоже, ребятушки, очень хочу. Такс. Зефирка 32. Есть парящий остров? Я надеюсь, что есть. А, нету. Я думал, сейчас зефирку вытащу. Но, к сожалению. О, ничего себе, видели какие плюхи? Обалдеть. Кстати, давайте сейчас попробуем. Battle Pass забрать. Заодно и сразу посмотрим, что там нам дадут за донат. Так, давайте я выставлю эту имбу. Ой, блин. Сам себя выбил. Сейчас перезайдем. Так, ну что, Battle Pass я забрал, сейчас вам покажу. Это такое же самое, как в Fortnite мы играли, кто не играл в Fortnite. Вот там я с этой темой как бы и познакомился первый раз. До этого я в играх мало это встречал. Видимо, с фортов скоммуниздили. Так, ну что, у меня есть Battle Pass. Вот, видите, я уже могу забирать плюшки. Нифига себе. Вот так вот. Видите, далее дальше у нас 20-й, у нас пока 5-й. То есть надо дальше проходить. Прокачивать. И вот с каждым левелом. А, нет, 18-й, что-то я не понял. Здесь пишет 18-й. Здесь ничего забрать нельзя. Оно, или оно падает все, наверное, сюда в алтарь. Я думаю, вряд ли. Давайте освободим место. Сейчас проверим. Так, вот 21 место у нас освободилось. Странно, странно, странно.
Оно не дает. Сейчас попробую больше места освободить. Вот он, новый герой. Семь, да, что там еще можно продать? Монетку продадим. Что нам такое еще? Вот это можно продать, что оно здесь валяется. И это заюзаем. Так, итого 31 место у нас осталось. Странно, видите, все равно не дает. Значит, надо как-то проходить. В общем, непонятно, не дают нам добраться. А ну давайте попробуем. Не, видите, там при специальных заданиях. В обычном рейде это не работает. Понятно. В общем, вот так вот. Пишите комменты, кто уже что делал там. Ждите видоса следующего. Всем удачи, всем пока.